Молодую лосиху выпустили на волю в Кушнаренковском районе. Ее вместе с сестрой в мае 2017 года нашли жители Бежбулякского района. Их мать стала жертвой браконьеров. Неравнодушный житель деревни Гусаркино приютил лосят у себя и откармливал молоком. У него дома животные прожили около 3 месяцев. После оформления необходимых документов их перевезли в Центр спасения диких животных «Куляшка». А мы их назвали, как привезли, назвали Зита и Гита. Через какое-то время у нас Гита заболела и умерла. Потом мы начали Зиту выхаживать. Все, Зиту кормили молоком. Потом большой вольер пустили. Сотрудники центра ухаживали за Зитой 2 года. За это время она окрепла, и пришло время выпустить ее на волю. В естественной среде обитания ей будет гораздо лучше. Работники «Куляшки» уверены, лосиха быстро адаптируется к новым условиям. По их словам, первое время Зита далеко от вольера не уйдет, и они продолжат за ней присматривать. Сейчас ее в неволе чую держать. Осень скоро вон начнется. Пусть рожает других. За 5 лет работы Центра спасения диких животных там вылечили и выпустили на волю 11 кабанов, 4 лосей, 7 диких лебедей и 3 косуль, сообщает наш корреспондент из Кушнаренкова Тимур Мингазов.